елок повалены. Только держись, поворачивай к черту. Где-то часа полтора уже стою, вот не могу проехать. Как всегда, неожиданно зима пришла. Ноябрь все-таки, почему неожиданно-то? Кто виноват в том, что ничего не делает? Подсыпано, вот я сам подсыпал вот здесь, хотя бы легковые проехали. У нас, как всегда, зима приходит внезапно. Это из года в год одно и то же повторяется, и проблема не решается абсолютно. То, что внезапно, это сарказм, да? Да.